Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Состав команды гостей. Расстановка заточена, мне кажется, под владение мячом. И в данном случае, Георгий, владение мячом, наверное, у чужих ворот, надо полагать, судя по этой расстановке. Пауло Дибал, Жуан Канцело, Хуан Квадрат. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Успешно навязал борьбу, теперь придется Дибала. Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель.